сегодня я купил друшлаг за 29 гривен. Друшлаг кутовый, лебедь, пластиковый. Сделано в Китае, я так понимаю. Так. $29, это где-то около 80 центов. Да, ну он такой вот вешается, я так понимаю, на край раковины можно повесить, да, зацепить за гусак, так сказать, и сюда складывать или мочалки, или вилки, ложки. Вот такое. Можно и овощи, фрукты мелкие. Будем использовать.